Сюнин, укажи путь. Что? Этот край терзают злые духи. Thank you.
свободен. Эта руна поможет мне снять проклятие с доспеха. Нужно быть осторожнее.
можешь погубить. Мне нужна твоя помощь, Сюнин. Много добра, один не унесу. Покажем ублюдкам! Мне тут нужна помощь! Моя жизнь дорога!
Много добычи. Нужна дружина. Вперед! Помоги мне, скорей! Помоги мне! Эй, подойди-ка сюда! Thank you.
И что ты тут ищешь? Не что, а кого? Одну девицу из Турсов. Говорят, она где-то здесь. Может, вы знакомы? Тоже дочь огня. Твоих лет. Зовут Эйса. А ее отец, как бы сказать, дерзкий глупец, возомнивший себя богом. Впервые слышу. Жаль, жаль. Раз так, то я тут задержусь. Огненные ванны выглядят заманчиво. Есть идея получше. О! Развернись-ка и уходи во свояси. И смотри под ноги. Разве так подобает приветствовать гостей? Не хочешь спрятать копье? Боишься, что я пущу его в ход? В этом я не сомневаюсь. А боюсь я, что тогда придется тебя убить. Не бойся, не убьешь. Сложи оружие. Будем все усложнять. Веселиться. Давай-ка обойдемся без побрякушек. О, нет. Злорадство асов. Да лучше убей меня. Послушай доброго совета. Придержи свой язычок до лучших времен. У Сурта такой игрушки не было, но и он не хотел падать. Значит, тогда, Вейтри, это ты? И что вы не поделили с моим отцом? Он украл мое дитя. Пусть теперь на своей шкуре ощутит, каково это. Шагай, я обменяю тебя на сына. Ты явно не знаешь моего отца. Твой сын, это Бальдер, верно? Отцу от него что-то нужно.
А коли так, папенька скорее откажется от меня, чем согласится на обмен. Если хочешь вернуть сына, тебе понадобится что-нибудь поважнее меня. Ведь я всего-то его дочь. Просто пустяк. Раз так, то мне незачем оставлять тебя в живых. Эйса, мы нашли, Ой. Нашли что? Что вы нашли? Эйси не понравится, если... Эйсы здесь нет. Но есть и я, Хави из Асгарда. Меня зовут Бури Гнева, и ты не хочешь меня рассердить. Рельеф на стене. Эйси думает, он подскажет ей путь к древнему тайнику. Рельеф в пещере. Вон там! Пока Сурд жив, он будет держать моего сына в плену. Но как убить того, кого нельзя убить? Раз смерть над ним не властна, нужно найти другую его слабость. Рельеф на стене, который искала Эйса, должен быть где-то здесь. Она считает, здесь есть что-то интересное. Нужно понять, что именно. Вот шарлоки. У него был нюх на сапоги. Все, что хотели. Пойдем. Это символы альвов. Вот эти могут означать горы. Эй, ты! Можешь это прочесть? Я? Могу попытаться. Я не особо-то хорошо разбираюсь в альвских рунах. Явно лучше, чем я, а больше тут никого нет. Там есть что-нибудь о древнем тайнике, о двери, тайном входе? Нет. Но вот тут сказано... Видишь? Две великих горы к северу. Вверху солнце и луна. И все? Прости меня. Я простой землекоп, а не знаток древних надписей. Не за что, друг. Ты мне очень помог. Тайник где-то между двух высоких гор к северу отсюда. Надо поискать там. Thank you.
Очень убедительно. Хочешь ключ назад? Иди и говори с ней сама. Не надо стыдиться. Если ты потерял ключ, так и скажи. Я не стыжусь. Хель, тебя возьми. Все так и было. Ключ украла рыба. Так тебя обокрала рыба? Что за глупые шутки? Я не шучу. Так, погоди. Расскажи по порядку, что случилось. Я хотел поймать эту рыбу, а рыба... Ну, у нее были свои планы. Велела бросить в воду все, что есть. Ну, я и бросил. Отлично. Теперь-то все ясно. Да ладно. Рыба залезла тебе в карман и утащила ключ? Что? Не глупи, я... Ну, я дал ей этот ключ. Ты что? Ты дал наш ключ рыбе? Эй, вы. Что это за история с рыбой-вором? Мой брат утверждает, что рыба, которая охраняет эти воды, опустилась до воровства. Охраняет эти воды? Должно быть, это страшное создание. С клыками, щупальцами и глазами по всей голове, да? Достойный противник для владыки Асгарда. Нет, нет. Это обычная рыба. Но огромная, да? Да нет, не особенно. Но зато хитрая. Тут месяцами не клюет. И все из-за этой самой рыбы. Ну, хорошо. А что с кражей? Эта рыба сумела выудить у моего брата наш с таким трудом добытый ключ. Слышали бы вы ее. Если ты выловишь эту рыбу, забирай себе и ключ, и все, к чему он подходит. Только от рыбы избавься. Ну? Возможно. Посмотрим, на что способна эта тварь. Посмотрим? Нет уж. Тебе надо, ты и лезь в озеро. Я пошел. Да, тут наверняка есть не такое опасное место для рыбалки. И
Явись, чудище из глубин! Больше ты не будешь терзать тех, кто приходит к этим водам. Встреть свой конец от рук Хави! Защищайся! Неплохой улов, но ничего особенного. Рыба-страж все еще где-то там.
неплохой улов. Но ничего особенного. Рыба-страж все еще где-то там. Ничего особенного.